Он не для этого! Дамы и господа, у нас на обзоре формат 14-12. Это велосипед из серии Trekking. Он предназначен для прогулок летом в лесу по вот этим всем тропиночкам и подобным штучкам. В общем, велосипед совершенно не агрессивный, и это первое, что вы должны понять. Поэтому, если вы вдруг внезапно супер-гравите чувак, который катает жестко, то обзор вы можете в этом моменте выключать. Для всех остальных мы сейчас вам расскажем, в чем его плюсы и минусы. Первое, что бросается в глаза в этом велосипеде, это, конечно, цвет. Вот этим мне формат нравится. Каждая деталечка подобрана изумительно и идеально, и в тему. То есть, во-первых, цвет, да, сам по себе это видно. Это красный матовый, приятный, радующий глаз с белыми и голубыми деколями. И это прослеживается в концепции байка целиком. Вот, ну, мне просто правда нравится этот момент. Потому что если вы посмотрите на втулочку, она тут будет чуть-чуть красненькая. Если вы посмотрите на вилку, она голубая, да? И всякие другие элементы оформления, они тоже в целом создают очень приятное, продуманное ощущение. Видно, что над велосипедом трудились с мозгом. То есть прям дизайнерам от формата сразу 5. То же самое касается и запчастей. То есть вся комплектация, видно, что продумана. Например, это накатистая резина. И выбор резины мне, кстати, тоже очень нравится, потому что, ну, она легкая, она классная, она быстро едет, и все, что нужно, в общем, все, что входит в понятие накатистая, здесь есть. Это раз. Второе, сами колеса 26-е, это тоже плюс, потому что расходники на них найти намного проще, чем на любой другой размер. И еще отдельный супер жирный плюс — это автониппели, потому что меня лично Presto AK Velo ниппель раздражает очень сильно. А здесь никаких проблем, вам не нужно докупать никакого насоса и мучиться, вам хватит любого автомобильного, а автомобиль у вас уже наверняка есть, правда? Здесь достаточно длинный вынос, чтобы вам было комфортно закручивать горку, ну или тому, кто будет пользоваться велосипедом. Здесь хорошие гидравлические тормоза, которые не будут расстраивать вас своим поведением, однозначно. Они реально тормозят, мы проверили. Кроме того, на раме установлены вот такие вот болтики, а на самом деле это для того, чтобы закрепить багажник. Сейчас прослеживается тенденция, то что очень мало кто делает крепление под багажник, а здесь они есть. Это однозначный плюс. К тому же есть крепление под бутылочку. И из минусов, я могу сказать то, что мне не понравились педали. Они очень большие и смотрятся реально странно. Но, несмотря на это, они зацеписты, и непредвзятого покупателя они вполне устроят. Вот. Еще не очень понравились грипсы, но грипсы и педали — те вещи, которые меняются в легкую. Поэтому можно не париться. Придаточное число норм. В горочке тоже будет въезжать вполне комфортно. И, как я уже говорил, этому еще помогает и вынос. Единственное, что на тему цепи и того, что ниже, я бы добавил защиту пера. Я бы добавил ее из коробки, но в любом случае она здесь из коробки не идет, поэтому вам придется докупить ее обязательно. Вилка с блокировкой. Очень просто будет объяснить маме, как она работает. На асфальте выкл, на тропиночках вкло, и все. К слову про мам. Седло достаточно мягкое, то есть оно не спортивное, не жесткое, и для человека, который не так часто катается, это будет несомненным плюсом. Кроме того, про более обычное использование. Вот на эти штучки, и опять же, благодаря прямой трубе, достаточно легко установить детское кресло, кроме багажника, если вы вдруг с ребенком сзади любите кататься. И, кстати, еще одна похвала для инженеров формата. Это аккуратнейшая гидролиния, никаких макарон, все аккуратненько, туго, и не надо ни с чем запариваться. Это однозначный плюс. Однозначный. Подведем итог. Велосипед получился за свои деньги отличный, прям хороший. То есть вы за эти деньги получаете продуманность. Велосипед дешевле некоторых своих конкурентов, но при этом на нем все, вот каждая деталечка проработана настолько, насколько на таких велосипедах, в принципе, их можно проработать. И это подкупает. Опять же, да, то, что у нас есть расходники, доступные абсолютно везде, автониппель, возможность установки детской корзинки без геморроя, мягенькое седло, делает этот велосипед очень хорошим для того, чтобы просто кататься в соседнем лесу. Как мужчинам, так и женщинам, ну, в общем, любым людям, которые не очень много катаются, например, да, либо делают это часто, либо хотят делать это просто с комфортом. Поэтому и я пойду покатаюсь. Всего вам доброго.